Здравствуйте, вы на канале «Шокирующие вести», а в Южно-Сахалинске местные жители устроили настоящий физкультурный марафон на свежем морозном воздухе, выполняя зарядку. Все бы было хорошо, но они были полностью голые, кричали, прыгали и предположительно были нетрезвы. Об этом сообщает «Российский диалог». Свою зарядку они делали ночью посреди улицы, никого не стесняясь, даже того, кто их снимал. Сам счастливый оператор этого дикого праздника жизни не мог предположить подобного мероприятия. «Жаль, что на этих активистов не нашлось несколько нарядов полиции», — говорит он. Ну а на этом все. С вами был канал «Шокирующие вести». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии по поводу происходящего.